In 2005, Mutabar Tabiyeva was arrested in Uzbekistan. She was on her way to the airport to travel to Dublin for the 2005 Dublin platform. She was sentenced to 8 years in imprisonment. At one point, they even left a noose in her cell to encourage her to commit suicide. On that occasion, and on other occasions, many efforts were made by international organizations to ensure her freedom. Frontline, through Mary Lawler, took the unusual effort, which they thought would never succeed, of sending flowers to her prison. As extraordinary events happened, there was obviously one sympathetic guard in that prison who made sure that the flowers were left on the table of the room in the prison where the inmates congregated. And that one gesture, one that acknowledgement of hope, that one flower has now bloomed and hopefully will bloom eternal, because we are delighted to welcome here today Mutabar Tabiyeva. Конечно, будет, что для вас означает то, что вы здесь находитесь после 6 лет, с первого момента, ну, который, по большому счету, вам нужно было бы здесь еще 6 лет назад, но того случилось, что вы спустя 6 лет вы здесь. Да. Что для вас это означает? Вот этот 6 лет для меня очень дорого прошло, да? Очень, я платила очень дорого, чтобы прибить именно этот конференции фронтлайна именно по защиту правозащитников. Это значит, что, во-первых, это значит, что именно таких работа таких организаций, как фронтлайна, и вот как еще других организаций, которые борется за права человека, борется за защиту правозащитников, дает результат. Это вот мое прибытие через 6 лет Дублин, и вот сказать свое слово, это наша победа. Победа, мы победили диктатора. Мы сможем, вот таким путем мы можем победить других диктаторов тоже. Вопрос, что хотели бы вы сказать Абдулхади, тот человек, который сейчас в заключении, в той же ситуации сейчас, в которой вы были недавно? Что вы хотели бы ему передать? Я бы хотела передать Абдулхади, что когда я была в таком состоянии, который не знающие меня люди, как Абдулхади, как другие, боролись за мою свободу и добились этого. И вот я хотела бы Абдулхади сказать, что пусть он будет мужественным. Мы добиваемся его освобождения. До того, как вас задержали и закрыли, вот до этого вы, как правозащитник, чего больше всего боялись? Вот именно на тот момент, до задержания вашего. До моего задержания, ну, это не надо сказать, что я боялся, да, ну, всегда был этот опасение, что они могут меня убивать, они могут меня что-то сделать, это не только мне, они очень много сделали против меня, они похитили, изнасиливали, они устроили автокатастрофу, они несколько раз меня судили, они организовали, чтобы больше 50 проститутки меня избили, порвали одежду, голи сделали, и они били этот камнями, кирпичами. А вот это, когда меня похитили, изнасиливали, они бросали 3 такой жестокий такой мужчин, и вот их видит тоже этот больно, этот боится. Вот,
Я боялся за своих семей, я боялся своих близких, я боялся за своих близких людей, своих друзей, которые мне верят. Они меня верили, они надеялись, что я не потеряю мужество. И вот именно поэтому у меня не был страх из-за себя, у меня был страх из-за других. Ну, могу сказать, когда меня арестовали, я очень долго ждала, да, ну, всегда вот что-то опасаешься, а вот когда меня арестовали, для меня было это все кончено, да, все, я не буду ждать, что случится, когда меня арестуют. Я несколько дней только спала. Это удивительно, когда меня арестуют, да, я стала спокойна, потому что все уже случилось тот, который я давно опасался. Ясно. Ну, в общем, в нескольких словах вы можете сказать, что, в общем-то, вы ничего не боялись, да, до этого момента, или все-таки вот, если вкратце сказать, чего вы именно боялись до вашего задержания, до вашего ареста? До своего ареста я из-за себя не боялся, я боялся за жизнь своих близких, свою единственную дочери, своих друзей, своих коллег, своих активистов своего организации. Этот вопрос задают очень часто многим правозащитникам. Его интересует, какой был самый лучшим днем в вашей жизни как правозащитник? Вы знаете, если можно сказать, например, когда вот кого-то противозаконно арестуют, питает, когда я пойду на этого защиту на этого человека, да, когда вот этого человека смогу, чтобы добиваемся освобождения, да, и вот этот человек придет и поблагодарит, что за вашу работу, что за вашу этот заботу, который от сердца боролись. Я думаю, для правозащитников это самый ценный момент и самый дорогой момент, я так думаю. А у вас какой-то конкретный случай, конкретная дата или конкретный год или конкретный вот момент, что вот этот самый лучший день в моей жизни как правозащитника? Вот именно это его интересует. Сами, например, я могу сказать, самый лучший день как правозащитник, да, ну, когда мне сказали, что меня освободит от тюрьмы. После того, как вы рассказали ваш случай, вашу историю всем остальным правозащитникам, они в какой-то мере смотрят на вас как на героя или на кого-то, к кому можно было присмотреться и можно брать какие-то примеры. Какие советы вы могли бы дать вот этим правозащитникам или этим же людям, которые смотрят и слушали вас, именно на ту тему, вот, как вы держались все это время, или что именно движет вами? Что есть такое, что постоянно вами движет, и что вам помогло пережить именно все это? Потому что для любого другого правозащитника заключение, это, наверное, самый большой страх. Что вы можете посоветовать этим людям? Кстати, вот персонально для меня вот что мне помогло. Мне помогло веру. Веру за справедливость. Потому что я всегда говорила людям, когда обратиться к нам помощи, я всегда вот им сказала, что справедливость – это такой цветок, который этот самый верх этот горах этот светится, да? А чтобы добраться до этого, нам надо пойти по лицам, по океанам, джунглях, да, а там есть, океанах есть акули, и еще в джунглях есть хищники, а
Да, вот хищники есть, что надо добраться до справедливости, надо бороться с этими хищниками, чтобы победить. Должны победить их, только тогда ты добираешься это справедливость. Вот я, когда меня освободили, это была победа. Победа моего, именно вот, была победа этот диктатора. Я победила диктатора. Я победила режим диктатуру. Ну, я хочу добавить, что именно вот поддержка таких организаций, приоритетных организаций, как Frontline, как другие организации, это очень важно, очень нужно для правозащитников именно таких странах, как Узбекистан, как других странах, как этот возглавляет диктаторы. И еще я хотела сказать, например, насчет святей, которые отправляли на мой день рождения, когда мне исполнится 45 лет, когда правительство вынужден был давать этот святей мне, потому что они правительственном уровне они обсуждали мне давать это святые или не давать. Они, ну, потом я слышала, что они боялись не давать святые, если не будет давать святые, они боялись, что международная организация Frontline подаст их в суд. Они боялись это позора. Они боялись позора, они вынуждены были давать мне вот этот букет цветов. Да, правильно, который отправляли от фронтлайна. Именно в таком виде они мне не давали. Они маленький цветочек сделали, но вот этот маленький цветок дал не только мне надежду, других заключенных, женщин тоже. Потому что вот эти женщины всегда мне говорили, тебя будет убивать, ты подписи, уезжай. Неужели тебе недорого твоя жизнь? Я всегда сказала, я верю, что справедливость будет. Я победит справедливость. И вот этот святый фронтлайна именно был доказательство победы справедливости.